В управление КМВД России поступила информация о случаях хищения денежных средств с банковских счетов ряда российских организаций. Было установлено, что хищения осуществлялись с использованием вредоносного программного обеспечения, позволявшего злоумышленникам удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц. Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей. Сотрудниками управления КМВД России была задокументирована противоправная деятельность организованной группы и установлены ее участники. Ими оказались четверо российских граждан, которые проживали на территории Москвы и Московской области. Все они были задержаны сотрудниками МВД России. Было проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств. Задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.